Красноярске прошли масштабные учения МЧС. По легенде, в черте города с железнодорожных путей сошел тепловоз с опасными химикатами. Образовалось токсичное облако, а состав начал гореть. На место сразу выехали пожарные. Они провели разведку и начали тушить пламя водой и пеной. К ликвидации присоединились спасатели. Они обследовали местность, определили периметр токсичного облака и эвакуировали поврежденные баллоны с химикатами. На учениях были задействованы свыше 200 человек и 40 единиц техники. Такая тренировка проходит в рамках месячника гражданской обороны. Хочется отметить, что во взаимодействии, да, сегодня и РЖД с нами взаимодействовали, и силовые структуры, Росгвардия, полиция, ФМБА, то есть медицина, все отработали, показали свои профессиональные навыки, что вот как раз ставилось нам вот в рамках этих учений. И мы успешно, я считаю, на мой взгляд, эти учения провели.